Всем привет! Попался мне сабвуферный модуль, а сейчас вы поймете, почему я не делал видео по ремонту этого модуля, а оставил только фотографии. Дело в том, что я всегда вообще любые платы, я их обязательно, конечно же, мою, а если собраны СНД монтажом, да еще и в Китае, я их обязательно прогреваю с флюсом, феном, то есть пайки, которые могут быть треснуты, их не увидеть так просто. Надо очень долго рассматривать под микроскоп. Так вот, в случае с этой платой, этого оказалось достаточно, чтобы модуль полностью заработал. Вот и весь фокус. Поэтому видео не будет. Всем спасибо. Пишите.